Achtung, Abfahrt, Achtung, nein, oder so. Где работаешь? Лахта-центр. А функционал твой какой? Чем занимаешься? Разнорабочий. А что произошло? Почему произошла драка? Это они, когда мы там уборку делали, они пинали нашу вещь. Мы им говорили: братья, зачем вы так делаете? Они говорят: мне по кайфу. Если кто-то еще будет так делать, то снова буду так делать. Ну, вы поняли то, что нельзя конфликты устраивать межнациональные? Да. То, что ты будешь привлечен к ответственности, понимаешь, что это? Да. Это ты виноват? А я с ним поругался. Все. Раскаиваешься в содеянном? Да. Что произошло? Из-за чего произошла драка? Ну, один наши ребята работал там на этаж. Один их ингуши пришел ему, говорит, что почему ты пили и ударили его. Драку спровоцировал твой земляк ингуш, правильно? Да, да. Ты признаешь вину то, что... Из-за вас произошла, из-за вас и из-за этих ингушей произошла драка, конфликт. На нашей этаже там один наш ребят. Ты вину свою признаешь? Ну да, я мы понимаем, мы хотели, не хотели эти брата, но они пришел. Все, хорошо. Майский автоцей. Как? Майский автоцей. Где работаешь? Вот где работаешь.